Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд, как перейти с ветки iLegacy в Эвриму и на тестовые сервера, которые сейчас добавили вместе с системой диет. Многие спрашивают на стримах: Sky, сделай гайд, мы не понимаем, куда идти, что делать. Достаточно много таких роликов уже есть в Ютубе, как перейти с ветки Legacy в Эвриму, но раз вы просите меня сделать тот же самое, я сниму для вас. Так, ну что же, заходим в ваш Steam аккаунт. Ваша игра Isle. Правой кнопкой мыши нажимаем на свойства, и здесь идем в бета-версию. Вот где написано нет, это Legacy, основная ветка Isle. Эврима, Эврима Public Branch. Это обычная Эврима. А вот Quality as Arounds, это там, где сейчас идут тесты по системе диет. Вам всего лишь навсего нужно нажать на нее и дождаться закачки 8 гигабайт. Эврима весит 12 гигабайт, а Legacy, по-моему, около 15. Там, где сейчас находятся тесты, это тот самый Quality as Arounds, где вы можете посмотреть и почекать диеты динозавров. Ну а теперь попробуем разрешить второй вопрос. Sky, у меня не находят сервера, я уже на тестовой ветке. Что нужно сделать? Это нужно нажать просто играть, зайти в поиск серверов. В моем случае сервер уже один нашелся, но если у вас не находит сервера, попробуйте сначала нажать просто обновить. Если ничего не получилось, здесь нужно выбрать именно Session Filter, в фильтрах забить официальные сервера, поставить галочку на скрывать пустых, галочку на скрывать полных и просто опять же обновить. У вас должно появиться, как в моем случае, уже 2, 3, 4 сервера. Бывает так, что некоторые сервера уходят на перезагрузку, и через некоторое время сервера только отображаются. Если вы хотите узнавать новости о перезагрузках серверов, я оставлю ссылочку на официальный Discord разработчика Эвримы. Надеюсь, тебе понравилось данное видео. Пальчик вверх, подписка на канал, приятной игры.